Приветствую всех, ребят. Хочу представить вашему вниманию двухкассетную магнитолу. Это у нас моделька от фирмы Sanyo. Модель MW20K-C. Это у нас начало 70-х годов. Ребята, двухкассетная. Имеет также радио. Поддерживает FM-диапазон. Начиная от 88 до 108 МГц. То есть поддерживает наш российский диапазон. Магнитолка, ребята, на 220 вольт. Также и короткие поддерживает волны, и ультракороткие, и средние. Короче, аппаратик очень такой. Чувствительность радио вообще великолепная. Ну, давайте сначала включим, послушаем кассеты, наверное, да? Ребята, это у нас как работала одна шахта кассетоприемника. Давайте послушаем теперь, как звучит вторая у нас шахта кассетоприемника. Радость купила меня, после заговора.
ребят, имеет высокочастотные динамики, а также, ну, среднечастотные, я не буду говорить, что это низкочастотные, это ближе, наверное, к среднечастотному динамику, то есть двухполосная система, вы это видите. По внешнему виду я вам ее покажу чуть-чуть поближе. Сейчас давайте я переключу на радио и послушаем радио, ну, что она работает. Ребят, я так коротко, ну, как бы чувствительность приемника вообще великолепна. У меня здесь, с учетом то, что я нахожусь в гараже с закрытыми воротами, и то, что у нас глушилки здесь работают, он прям ловит вообще офигенно. Поэтому сразу говорю, великолепная, великолепная чувствительность радио приемника. Что тут можно еще показать? Перемотки, ну, перемотка вот. В одну сторону перемотка, в другую все работает, ребята. В одну сторону, в другую работает. Давайте откроем кассетоприемнички. Один, второй. Все плавненько, все прекрасно, все хорошо. Ближе я вам покажу сейчас. Ну, давайте ближе покажу сразу. Сначала издалека, что антенка. Антенка родная. Антенка, ребята, родная. Антенна родная. Вот так вот он у нас выглядит. Сверху. Ну, давайте я приемник по частотам вам покажу. По частотам вот так вот вам, чтобы было видно. Вот. Что у нас касается лицевой. Лицевой. Вот здесь вот она, вы видите, наверное, да, вот ближе я пока. Ребята, это еще родная заводская пленка, ее еще даже никто не снимал. Она на месте. Точно так же здесь тоже родная еще заводская пленка. Поэтому я ее не снимаю, как есть, оно так и есть. Вот, состояние просто великолепное. Может быть, кто в коллекцию, кому-то интересен такой аппарат. Родная, обшарпанная, правда, но я ее не стал снимать. Может, кто-то потом закажет типа такой, либо найдет оригинальную, кому будет интересно. Динамики не крашеные, родные, подвесицы все целые. Все рабочее, ребята, что там, что там. Ну, поближе, давайте вам поближе вот так вот покажу. Поближе. На фотографиях в объявлении вы увидите более подробные фотографии этого аппарата. Более подробные. Антенна. Ну, давайте я сложу антенну. Антенну я сейчас сложу, покажу, что она тоже родная. Тоже родная. Ручка. Ручка родная, целая. Ручка-то, ребята, точно так же в родной заводской еще пленке. Она не снималась. То есть там хром еще целый. Еще целый. Поэтому, ну, вот смотрите. Это все еще в родной пленке. Вот так вот. Вот такой вот аппарат. Давайте я вот так вам покажу. Более полноценно, как он выглядит. Вот. В коллекцию. Очень редкая модель, ребята, от фирмы Sanyo. MW20K-C. Очень редкая модель, поэтому обратите внимание, кто именно коллекционер, вам такая вещь нужна в коллекцию. Такие аппараты редкость. Это панасоников целая куча продается, разных вариантов. А вот такая моделька вы не найдете ни в Японии, ни в Европе. Вот.
обращаю внимание, предложение будет выставлено на Авито, кому интересно, обращаемся, приобретаем. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь. Всем удачи, до новых встреч, будет интересно.